Правительство Московской области при поддержке областного комитета лесного хозяйства проведут 30 апреля экологическую акцию «Лес Победы». Ее мероприятие стартует в 11:00 и завершатся в 14:00. Общая площадь новых посадок превысит 25 гектаров. На территории округа будет несколько площадок для проведения памятной акции в Одинцово, Ликино, Зайцево, Лесном городке, Усово и других населенных пунктах.